Сотрудники ГАИ Пинского РОВД регулярно обследуют улично-дорожную сетку с тем, чтобы предварительно выявлять те или иные нарушения или недочеты. Чаще всего они сталкиваются с порчей гражданами дорожных знаков. Люди, к сожалению, об этом не задумываются, пренебрегают этим, портят, красят, рисуют, уничтожают, то бишь всякими способами, хотя не задумываются о том, какие последствия могут наступить. Порча или кража знаков вносит неразбериху в правила движения и даже порой создает опасные ситуации на дороге. За примером ходить не нужно. Перед въездом в Заполе на улице Южная, где асфальтная дорога сменяется на грунтовую, был установлен знак, запрещающий проезд грузовых автомобилей. Однако знак пропал, и по грунтовой дороге вдоль домов жильцов устремились грузовики, поднимая за собой клубы придорожной пыли, которая остается на деревьях, проникает в дом, ею дышат жители. Существует административная ответственность, вот водители транспортных средств у нас пренебрегают дорожные знаки, которые устанавливаются, вот, в частности, в деревне Заполе, где запрещено участие в грузовом транспорту, движение грузового транспорта. Водители приходят к тому, что убирают дорожные знаки для того, чтобы сократить свой путь. За хищение или порчу дорожных знаков предусмотрена ответственность, ведь это может привести к более серьезным последствиям. За это предусмотрена ответственность, уничтожение дорожных знаков имущества, порча имущества. Естественно, человек может привлекаться к административной ответственности, тем более уничтожение дорожных знаков в той или иной обстановке может подвергнуть и к летальным исходам. Ситуацию бы удалось выровнять, установив новый дорожный знак. Однако это стоит государству немалых денег. Установка одного знака стоит около 1 миллиона белорусских рублей.